Ну, здесь надо четко понимать, что такое обида. Обида – это ваше желание дать кому-то по лбу за то, что он сделал, или она, который вы не готовы осуществить по каким-то причинам. Вы или боитесь, или это неуместно, или вам это чуждо, такого рода поведение, да? Поэтому это всегда связано с агрессией. Это всегда что-то вам сказали обидное, вы обиделись. Что-то сделали, ваши интересы не учтя, вы обиделись. Ну и так далее. В общем, обида – это всегда, когда вам сделали дискомфортно, а вы не отреагируете агрессию. Как бороться с этим? Значит, первое – это осознавать, что вы на самом деле недовольны человеком. Не пытаться ему обидой продемонстрировать, что он должен как-то по-другому себя вести, что он должен понять, что он не прав, там, и так далее. Вы просто осознаете, что вы на него агрессируете по такой-такой-такой причине. Дальше спросите себя, есть ли у вас основания действительно на него злиться? Ну, то есть, если он намеренно сделал вам какую-то гадость, намеренно вас оскорбил там и так далее, обидное что-то сказал, это, значит, надо понять, принять, так сказать, меры, что вы будете делать дальше с этим безобразием. А если он это вдруг сделал не преднамеренно, ну, просто реально вы ему не сказали, что хотели, он не догадался, вы на него обиделись, ну, и какой будет итог? Никакой. Но я обиделась на него, потому что это агрессия. Агрессия, потому что он не сделал то-то, не сделал того-то, потому что я ему сама об этом не сказала. Или сам ему об этом не сказал. Или ей не сказал. И тогда сразу можно сказать. И не надо обижаться. И все будут довольны.